девочки, всем привет! Перед вами стоит пакетик, полный подарков. И как он ко мне попал, давайте я вам расскажу небольшую предысторию. Дело было еще до объявления карантина весной. Ко мне в Инстаграм написала одна девушка. Она увидела у меня на Ютубе, что я показываю каталог подружки. И ей нужно было... Она спросила, не выкинула ли я еще. Я сказала, что нет. Ей нужно было фотографии... То, что там, где представлен Эвелин в каталоге. Я ей все скинула в директ. Она была так благодарна мне, что написала, когда закончится пандемия, она меня отблагодарит. Пока это все дело шло, соответственно, я уже и забыла. И когда вот разрешили нам гулять спокойно, выходить, получаю в директ сообщение, пишите адрес, к вам выезжает подарок. И представляете, как я была несказанно удивлена. Я даже в самом начале всерьез это не восприняла. То есть, ну, за такой пустяк какие-то подарки мне как не сильно это много времени у меня отняло. Нетрудно было сделать, но человек помогла, и как бы хорошо. Но вы представляете, как иногда полезно бывает делать добрые дела. Вот благодарность перед нами. Давайте на нее посмотрим. Хочу поделиться с вами своей радостью. Там много чего интересного. И давайте приступим. Много помадок, блесков и прочей косметики. Начну я с средств для волос. Кератин, мицеллярный восстанавливающий шампунь плюс защита цвета. Ну, как раз это все мне подходит для окрашенных, сухих, поврежденных волос. Смотрите, сделает сколько пунктов здесь. Глубокая регенерация, мягкость и гладкость, увлажнение, сияющий блеск, восстановление структуры волос, деликатное очищение, защита цвета. В общем, вот такая вот бадья, 245 мл. И еще к ней же, как и положено, полагается такой же бальзам 8 в 1. Здесь все те же обещания в объеме 250 мл. Ультравосстанавливающий бальзам защита цвета. Вот такая вот парочка миленькая. Следующее, что мы с вами посмотрим, это будет большая такая банка для тела. У нас здесь и тени будут. Интересно, конечно. Я в шоке была, когда увидела этот подарок. Представляете? Вот такая большая банка 4D Slim Extreme 70, борется с устойчивым целлюлитом на 79%, придает коже гладкость, упругость 86, смотрите, у меня ногти прям под банку. Объем 300 мл, и что здесь еще? Интенсивная антицеллюлитная маска, это высококонцентрированный препарат для похудения, который придает коже плотность и эффективно борется с целлюлитом. Особенно рекомендован при избыточной массе тела и во время похудения для сухой кожи, утратившей плотность и эластичность. Небольшое количество маски нанесите на проблемные участки, обмотайте тело пленкой, оставьте 15-45 минут. Вот такой вот. Сейчас я хочу открыть. А, она закрыта, здесь запечатана, но пока не будем открывать. Я попробую и вам все расскажу, девчонки, потом. Такая вот масочка. Еще у меня есть одно средство по уходу за кожей. Это как раз для меня ультраувлажняющий крем-гель. Гликолевая кислота, пробиотики для сухой, очень сухой кожи. Увлажнение 72 часа, повышает эластичность, разглаживает, освежает и тонизирует. Гидробомба называется, супер увлажняющий зеркальный блеск. Так интересно, я такой еще не пробовала крем. Эвелин, я люблю косметику, вы знаете, у меня часто я покупаю сама что-то. Это вот такого голубенького цвета крем, и вот так выглядит. Да, очень увлажняющий, прям как маска, плотненький такой. Вот не то, что не водяной гель, приятный. Приятный, как всегда, аромат, и буду с удовольствием пользоваться этим кремом в ближайшее время. Сюда его поставим. И у нас еще чуть-чуть ухода, и пойдет море декоративной косметики. Еще у меня есть вот такая вот масочка для губ, ни разу такие не пробовала. Она дает какое-то разглаживание, видите, вот судя по рисунку. Здесь что написано? Интенсивно увлажняющий, глубокий.
глубоко восстанавливающая гелевая маска для губ с растительным коллагеном, гиалуроновой кислотой, защищает, увлажняет, смягчает кожу губ, возвращает естественный здоровый вид. Центелла азиатская, всеми любимая. И давайте я ее открою, покажу вам. Наверное, такая, знаете, как патчи. Вот так выглядит маска. И она здесь не одна, их целых две. Вот, то есть две масочки в упаковке. Буду все тестировать. Интересно мне будет попробовать, а как ей пользоваться. Способ применения. Предварительно удалите макияж с губ, аккуратно нанесите маску и оставьте на 5-10 минут. По истечении времени нанесите маску на область губ. Так, в течение времени снимите маску, распределите остатки средства на губах до полного впитывания. Так, и теперь у нас пойдут, давайте, тени. Тени, а потом будем блески и помадки смотреть. Теней у меня 4 палеточки. Вот такие. Вот. Давайте мы их с вами сейчас посмотрим. Первая палеточка это вот такая. Называется она 07 номер у палетки. Вот такие симпатичные цвета здесь будут. Да, пигментация, конечно, по сравнению с Revolution не огонь. Ну что делать? 02 палеточка. Здесь сияющих побольше уже оттеночков. Да, они как-то поменьше. Видите, от серии зависит. Видите, сияшечки есть. Так, еще одна палеточка у нас будет под номером 08. Здесь тоже один матовый и... Вот такие оттенки. Зеленый интересный, да? Светлых почти не видно. Руки уже загорели. Когда я Revolution, только что тестировала Revolution, вот прям, знаете, другие тени кажутся прям какой-то такое все скромное. Можно, конечно, наслаивать, я просто не хочу слишком это все пальцем елозить, потому что тени тоже, вот когда надавливаешь, сводчишь, они прессуются, мылятся, не очень это хорошо для них. Одно дело кистью, а другое дело вот так вот пальцем елозить без конца. Вот так, девочки, ну можно, конечно, ярче сделать, я надеюсь, вы это понимаете. Ну, мы с вами приблизительно посмотрели, я даже не уверена, есть ли сейчас эта косметика, может уже сняли с производства, непонятно. Так, давайте теперь средства для губ будем рассматривать. Их у нас больше, их много. Я покажу вам сейчас 3 карандаша сначала. Один карандаш для губ вот такого вот цвета. Лип-лайнер. 14 оттенок Ньютон называется. Вот такой вот. Карандаши мягкие, девочки, очень хорошие. С точилкой вот здесь вот. Согласитесь, подарок получить ни за что. Все-таки приятно, даже если тенюшки не такие пигментированные, как мы любим. 25 оттенок. Очень мягкий, хороший карандаш. Смотрите, какой. Немножко как бы в сиринку, в сиреневинку. Я такие очень люблю. Тоже с точилкой идет. И один еще карандаш у меня для бровей. Называется оттенок блонд. Это Эвелин. Вот такой вот он. Он мне подходит. Я такими в основном и пользуюсь оттеночками. Очень я рада. Спасибо большое девушке. Так, теперь давайте мы начнем с вами, не знаю, с блесков, что ли. Туда блески и помадки. У меня
один блеск был в 608 номере. Это сейчас я покажу вам. Да, вот в 608 номере у меня получается один мой, один мне девушка подарила. Но я его отложу сразу в сторонку, он пойдет на подарок. Вам покажу свой, потому что зачем мне два одинаковых. Вот 608 оттенок блеска. Выглядит вот так. Блески большие, 7,5 мл объемом. Классные они на самом деле. Цвет имеют, увлажняют. Прям обожаю их. Так. И есть еще блеск у меня в 611 номере. У него немного другой оттеночек уже. Он какой-то более прозрачный, что ли. Сразу сейчас один из них в сумочку положу, потому что у меня помадка моя заканчивается. Еще есть из похожей линеечки, да, 630 номер. Он уже идет как с сияшками. Видите, такие переливашечки красивые. На самом деле обалденный оттенок, девчонки, вот на солнышке будет сиять красиво очень. Это 630-й. Следующий давайте мы посмотрим на номер 25. 3D Color Fix называется, уже немного другая линия. Он просто прозрачный, бесцветный. Хотя здесь он кажется бледно-розовым, видите, он практически, ну не практически, он вообще не дает цвета. Просто будет вот покрытие, можно сверхпомады делать. Следующий оттенок хочу показать. Обалденный, девчонки, такой красоты невероятной. Смотрите, какие тоже здесь сияшки. Это номер у нас 631. Тоже он, наверное, бесцветный. А, нет, это немножко с цветом, с сиянием. Вот такой вот розовый. Такая красота, конечно. Спасибо. И теперь оттеночек у нас будет под названием 265 Lovers. Это как, знаете, как масло какое-то, тинт масла. Вот такой оттенок красивый, да? Так, смотрите, сколько, девчонки, у меня красоты появилось. Теперь мы посмотрим средство ультра. Стойкая помада блеск называется, в номере 116. Вот такой оттенок. Похож на блеск. Называется ультрастойкая помада. Я не пробовала еще ничего. Вот буду пробовать, вам потом рассказывать в косметичках. И еще малюська такая интересная помадка. В номере 14. Смотрите, какая-то прелесть. Здесь, не помню, сколько, сейчас я посмотрю. Вот такой всего маленький, тоненький стик. Тоже думал в сумочку положить. Давайте на оттенок посмотрим. Вот такой вот нюд. Симпатичный. Очень уж мне понравился. Она такая миниатюрная, тоненький стик. Помадка эта. И последний блеск. Шикарный просто красоты. Смотрите, какие переливашки. Тоже называется все в одном. Оттенок 113. И он вот такой вот сияющий тоже. Смотрите, какой красивый. Очень, я когда тут увидела, прям такая счастливая была. Ну, я когда все увидела, довольна очень была. Теперь давайте мы будем помадки смотреть. Помадки из одной линии, но их много разных цветов. Я вчера сняла все вот эти наклеечки, какие здесь были. Когда видео снимаешь, не возиться. Номер 707. Вот такой оранжевой помадки у меня ни одной нет, поэтому я решила не дарить никому себе, оставить ее. Потому что, мало ли, у меня бывает, что я хожу с оранжевым, даже такой период, помню, был. Пускай хотя бы одна будет в такой гамме. 707 оттенок. Далее, 714. Вот так выглядит. Не знаю, есть вот тут помада, нет, можно там доковыряться. Так, это вот красивый нюд. Помадки эти кремовые, обычные, не матовые.
Еще у меня есть 716 оттенок, но он пойдет на подарок. Видите, здесь запечатано. Все. И почему на подарок? У меня есть похожая помада, мне Лена дарила. 698, да, вот здесь 698. И они похожи, поэтому я решила, что мне одной будет много. Возможно, я еще поделюсь от этого подарка. У них приятный аромат такой вот, какой-то, не знаю даже на что похож. Так, следующее. Это помада 709. У меня таких тоже немного оттенков, поэтому решила оставить. Оттенок вот так выглядит. Сильный 715. Смотрите, какая красота. Вот такой нежно-розовый оттеночек. Холодный, вот такой красивый. Так. Оттеночек 714. Тоже очень. Девчонки, помада. Прям вот запоминайте оттенки. Смотрите, какие огонь. Я знаю, их все любят, эти нюдовые помады. Яркие. Ой, не яркие, а вот такие пастельных оттенков. И еще одна такая же сногсшибательная. 699-я. Вот. Красота, да? Давайте посмотрим. Вот такая вот у меня появилась коллекция новинок, девчонки. Прям столько оттенков шикарных. Вы посмотрите. Блесков сколько. И вот это вот все. Вот так вот бывает, девочки. Что я сама не ожидала. И вот столько вот приехало ко мне косметики. Благодарю вас за внимание. Я вам тоже желаю всяких подарков, чтобы они к вам прибывали. Неожиданные, которые такие сюрпризом, приятные, доставляющие положительные эмоции. Девочки, мы с вами скоро увидимся. Вам всего хорошего, здоровья, крепкого позитива и всего-всего. До скорых встреч. Пока-пока.